Что-то я тебе не доверяю, друг мой. Хрономант. Теперь война может использовать хроносферу, чтобы ненадолго замедлить течение времени. Интересно, интересно. Ля-л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 я. Сейчас мы узнаем, собственно говоря, что же это таки за хроносфера. Собственно, что касается этих хроносфер, можем продолжить разговор, ребята, с вами и узнать нечто много интересное. Конкретно о них мы узнаем, как только подойдем к какому-нибудь объекту, на которых можно их использовать, потому что, если честно, я не очень-то в курсе, как же именно их использовать, но думаю, что, скорее всего, нам дадут возможность этот дар как-то либо улучшать сейчас, либо, не знаю. Друг, ты вылезать собираешься? Спасибо. Так, измельчитель, острие демонов. Ага, хорошо. Тренка, так, зажмите. Жмите и удерживайте, бросав кораблем в воздухе. Твоя мудрость равна твоей силе. Хорошо. Вертикальный бросок косы я не буду все равно использовать. Я тоже, скорее всего, не буду использовать. А, подземные клинки. Задействуйте. Каменная кожа. Блин, я, честно, не знаю. Превосходный выбор. Твоя мудрость равна твоей посмотрим, силе. Посмотрим, что из этого будет полезней. Ты шутник, я смотрю. Ладно. Давайте подумаем сейчас с вами, ребят, дорогие, о том, что мне нужно. И выберем нужные мне конкретные вещи. Стоп, простите, пожалуйста. Я случайно. Где у меня способности? Бамс. Бамс. И посмотрим. О, ничего, такая способность, я вам скажу. Видимо, как-то она блокирует. Ну, ладно, разберемся еще. Разберемся еще. Пока что у меня очень медленно накапливается ярость. Так как рукавица мне сейчас, по идее, не нужна, мне нужно накопление ярости, то есть погибель. Насколько я помню. Постоянно вырабатывает энергию ярости. Теперь, по идее, я буду медленно-медленно накапливать ярость. Так, ладно. Надо научиться легонечко уворачиваться от этих гадостей. И тогда все будет хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так лохануться просто. Что же я наделал? Что же я наделал, ребята? Так лохануться просто. Это настолько тупо. Использована хроносфера. Хроносфера способна замедлять течение времени. Чтобы задействовать хроносферу на расстоянии, используйте крестовый клинок. Чтобы миновать опасное место, решить громок, примем замедлить время. Я типа не догадался, да? Замедление времени. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну вот, видите, все хорошо и просто решается, так сказать. Эй-эй-эй! Ты большой, конечно, я все понимаю.
Но это не значит, что ты хорош. Нет, просто ты большой, еще раз повторюсь. И все проблемы, которые ты мне хотел причинить. Ладненько. Я думаю, что нам понадобится что-нибудь поинтересней, чем этот громила. Я хочу попробовать все-таки... Что у нас здесь идет? Дополнительный увеличивающий с помощью... Так, получаемый косой. Можно мне как-то сделать косу основным оружием? Видимо, нет. Хорошо. Так, вот здесь какая-то труба есть. И как мне в эту трубу попасть? Ага, вижу. Вот мой плюс, знаете, в чем? В том, что я обычно сначала иду не в ту сторону. Если бы я все время шел в ту сторону, я бы столько всего пропускал, а тут я иду не в ту сторону, бамс, что-нибудь нахожу. Приятно, приятно, приятно. Хроносфера. Ля-ля-ля-ля-ля. Эй, падла. Ты что-то больно дикая. Что-то ты больно дикая. Ладненько. Бамс, тебе минус. Тебе тоже минус. Вы что-то охреневшие, ребят. Малость. Где ты, курица летающая? На. То, что ты большая, еще не дает тебе поводов. Ворону отлично зацепил. Вороны — это полезная штука. Вы еще кто такие? О-о-о-о-о-о. Так, я понял определенно, что это такие недоангелы, недодемоны, видимо. В любом случае, просто с ними особо не будет. Минус ты, крылатый. Сейчас твоим дружком займусь. А то вы больно совсем оборзели. Тысячу уровень надо получить будет. Так, там наш друг. Хорошенький. Летуны-то кончились? Кончились, хорошо. А, там наш друг, а здесь, возможно, какие-нибудь плюшки лежат. Наковальня. Ня-н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 я. Какой-нибудь можно сверхсильный артефакт, наверное, собрать. Потому что я так смотрю, там, по-моему, артефакты. Ну, в смысле, что вот это вот такое? Ну, похоже на какой-то то ли артефакт, то ли хрен пойми, что это. Или, возможно, придется на этой кузнице, скажем так, разрушать что-нибудь. Так, нам туда, в любом случае. Значит, давайте сначала зайдем к Вульгриму. Посмотрим, что у старичка есть интересного. Заберем вот эту хренотень, потому что она нам нужна и принесет нам 400 опыта. Или сколько там приносит она. В общем, сколько она нам опыта приносит в любом случае, и нам этого хватит. Бдыщ, 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 бдыщ.
отлично, логово занесено. Все такое. А что ты нам, собственно, можешь предложить, дорогой мой друг? Ничего интересного, видимо. Потрясающий удар, зажмите хлопла, чтобы сюда с баком. Давай. Я даже, наверное, еще что-нибудь прокачал бы, может быть, если бы что-то делал. Ничего интересного пока не вижу. Вот. Всякое может быть. Может быть, еще и увидимся. А может быть и нет. Мне показалось, там что-то вверху летало очень большое. Стоп, мне это опять показалось. Ну ладно. Давайте походим с машиной. Наперевес, наперевес. Наперевес мы походим с машинкой. Пам-пам-пам-пам-пам-парам. Ха-ха, ишь ты. Хрен. Хрена лысого ты до меня так доберешься. Ладно, посмотрим, нет ли у нас здесь. Нет, видите, нас блокируют, не дают пройти дальше. Посмотреть, что там тоже не дают. А, с другой стороны, возможно, есть что-то... Ой, я же даже как-то чуть не испугался. А, нет, здесь тоже ничего нету. Тоже ничего нету. Бывает, бывает всякое. А нам, собственно говоря, и ничего и не надо, правильно? Здесь есть смысл только людишек долбать. Ну и падлу эту большую. Ай! И тихо! Так, ладно. Давайте так. Ха! Я убил самых простых мобов в облике демона. Ну, в облике ярости, на самом деле. Ну, не особо не меняет ничего. В любом случае, это даже не смешно. Бамс. Так, вот как бы мне... Ну, хрень вот оттуда бы взять. Слышь ты, чучело офигевшее. Он сейчас малость не понял. И как мне ее двигать? Ну. А, ее двигать-то и не надо. Лол. Там точно что-то... Да, там вон есть что-то полезное. Значит, туда можно добраться. Я просто лоханулся, ребят, понимаете, проблема, да? Подымай. Подымай. О, изи. Изи, изи, бризи. Бамс, сорвали. Побоище, волна переполняется, ненависть начинает быстрее накапливать энергию хаоса. О, нет! Так, давайте-ка попадем сначала сюда. А то она мне что-нибудь откусит, не дай ты бог. Давай! Хавай уже, ящичек.
Тут всего много-то. И что это даст? Да это прям все изменило, я вам скажу, мои дорогие. А. Лоханулся. Тоже бывает. Там наверх не пройти. Лоханулся. Я думаю, можно и вот так, в принципе. Оп. Хоп. Шикарно. Изящно и шикарно мы прошли этот участочек земли. Продолжаем топать ножками по водичке. То есть вот так вот, да? То есть как бы вот так. Конечно же, самый лучший прием это после этого всего спрыгнуть вниз, дорогие мои друзья. Но как же без этого-то? Фух. Успел. Кое-как. Ничего эти твари мне не смогли сделать. Так. Блин. Там интересная штука, я вам скажу. Так. А ну-ка, на-ка, ну-ка, на-ка, ну-ка, на-ка. А ну-ка, 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 ну-ка. Да твою! Почему? Ладно. Люблю я падать вниз, видимо. Это прям-таки мое призвание, можно сказать. Я почему-то думал, что мне в одну из этих сторон надо в обязательном порядке, но не знал, в какую именно. Хорошо. Теперь повторяем еще раз. Упражнение номер 2. Поехали. Серьезно? Вот он иногда, честное слово, хоть убейте, не хочет прыгать куда надо. Хоть убейте. Я, конечно, понимаю, что все дело в моих кривых руках, все такое, но хоть убейте, он не хочет у меня прыгать. Вот не хочет и все тут. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Мы таки добрались до нужного мне места. Не хочу я смотреть вперед, а вот назад посмотреть хочу. Как чуял, что здесь что-то будет. Ох, какая шикарная штука здесь лежала. Но мы так скоро всю былую силу восстановим. Так.
Ой, я только хотел сказать, мне кажется, где-то здесь Вульгрим, наверное, уже должен быть. И тут же его нашел. Наш дружочек располагается где-то слева от нас. Там, кстати, по-моему, ничего нету, да? Ну да, там ничего нету. Здесь вот слева располагается наш друг Вульгрим. Ныне бесполезный. И что мы видим? Пепельные земли. Чую удручающее местечко, друзья мои. Мне, по сути-то, всего лишь нужно вперед перебежать. Но чую, без вот этой хрени я, скорее всего, не справлюсь. Бежим. Самаэль не шутил насчет червей. А ведь стигиец должен быть самым крупным из них. А с хрена ли бы ему шутить насчет червей? Так, ребят, проблема в том, что я вижу вот там вот одну штуку, которую я хотел бы забрать. Пока я не понимаю, как это возможно вообще сделать. Вижу всякую фигню в основном. Типа вот этого ясчичка. Как же вы меня достали, маленькие ребятки. Сходил, называется, за 200 опыта. Чуть не помер к хренам. Тушки определенно что-то злится. Пожиратель хаоса стал сильнее. Пожиратель хаоса переполнен энергией. Его разрушительная мощь растет. Немножечко здоровья мне мешает. Скажите мне, что там что-нибудь есть? Нет, там ничего нету. Обидно даже. Даже вот прям совсем обидно. Видимо, я действительно накапливаю энергию, потому что она у меня потихоньку пополняется.